сегодня выходной день. Машины дорогу чистят от снега. Четыре машины, они, получается, друг за другом идут. Вот там вдалеке одна, вторая, третья, четвертая. И одна из этих машин посыпает дорогу песком. Чистят прямо до ограждения. Сейчас дороги при заезде сюда к нам на поворот не могли заехать. Основную дорогу чистит КамАЗ, и у него в обязанности не входит боковую кромку, вот этот снег, который, да, он сваливает в сторону, чистить. Нам сказали, что нам ничем помочь не могут, так как в обязанности водителя КамАЗа это не входит, расчищать вот эти кромки. Но это все понятно, а вот мы, получается, так мучаемся. Но сделали заявку на чистку, вот завтра или послезавтра почистят, сказали. Вот это тоже у нас вот зимой небольшая такая проблемка. А так дорогу чистят исправно, постоянно. Как бы здесь у нас никаких жалоб нету. Дорога чистенькая. Вчера целый день мело снег. Сегодня вот поменьше. Ездили домой. Прочистила я тропку до беседки. Сережа тут уже подготовил для того, чтобы рыбу коптить. Сейчас подвину, покажу вам. Вот такая у меня тропочка до беседки. Опа! Классно, да? Всем добрый день! Сегодня на улице минус 20. Но солнышко вообще классно. Решили покоптить рыбку у окуня, но нету рябины, пошли искать. Такое яркое солнце, прямо слепит. Прямо весной, весной пахнет. Последний месяц зимы, февраль. Радуемся солнышку. Сережа, подождите, что-то не могу закрыть дверь. Так, что там мешается, Сереж, смотри. Почему? Опа, и снег, снег с забора повалил. Пошли поищем рябину. Следы зайчи. Здесь только зайчи следы, больше нету. Красота. Соседи там, смотрите. Дымок. Хорошо на улице. Да, сегодня решила я это до беседки прочистить тропку. Как-то у нее у нас завалило снегом. Слушай, свежие. Вот я подходила сюда, вот следов не было. Че, я пойду рыбку принесу? Я сейчас разожгу сперва. Так я подготовлю.
Ну все, рыбка пошла готовиться. Доброе утро всем. На улице красота. Ветра нет. Тихо, спокойно. Снежок, да, чуть-чуть припорошил. Ерунда. Вот на машине видно. Это ерунда. Решили мы с самого утра прикрепить вот крючки. В общем, гардины. Гардины у нас своеобразные. Долго думали, как сделать попроще. Но... Что мы придумали? Заказали на Валберс вот такие крючки, и сверху у нас будет гардина. Это вот, как, Сереж, она называется правильно? Трубка. Техническая. Да. Метр 60. Вот и все. Она провисает. Ее выпрямить надо. А нет, вот смотри, все. Смотреться этого так будет, но, наверное, затея плохая, так как она будет провисать, наверное, под весом. Все-таки сюда нужно будет деревянные. Да, они продаются и такого размера. Но у нас здесь, видите, крючки широкие, так что даже можно и побольше. Но в первую очередь, да, нужно гардины, а под них уже смотреть дальше. Какой у нас есть деревянный черенок. Ну-ка, Сережа, попробуй. Вместится, нет? Да, вот. Самый оптимальный. Самый оптимальный. Сколько это у нас диаметр идет? 2? Нет? 28. Около 3 сантиметров, да? Самый раз. Самый раз. Вот. Вот и все. Да, вот на 4. А... Ты измери длину, чтобы вот так, да, сантиметров 10. А здесь она 2,20. Нет, а у нас сколько? Вот это вот 1,60 м, да? 1,60 м. Там еще вот. Дырек придется. Хорошо, что мы сейчас заранее их уже прикрепили, крючки. Чтобы не получилось у нас так, да, что мы под вот эти трубки сделали тюль, потому что у нас не будет здесь крючков. Хотим сразу вот у тюля прошить, ну, вот это расстояние, и вот так как бы просто одеть. Второе окошечко тоже Сережа уже сделал. Измеряет уже, где прикрепить на третьем окошке. Тюля пока у нас нету. Не хочется купить сюда лишь бы что-то повешать. Хочется, знаете, сюда не белую основу с рисунком, например, да, а темно-серую с белым рисунком. Или черную основу там серым с белым рисунком. Тоже окна надо будет помыть. Красили когда здесь? В общем, мы ездили не раз в магазин, смотрели, пока ничего не нашли по душе. Хочется, знаете, чтобы висела тюль, тоже нравилась, красивая. Сережа, есть новые следы, а? Зайчики сегодня не бегали? Спят еще? Давай выйду. Да, вон немножечко осталось мне тут снега убрать. Сегодня опять солнышко с самого утра, но сегодня морозно. Холоднее, чем вчера. О, красота какая, когда солнышко. Все, поехал. Там у нас вон уже соседи дымят вовсю.
Сейчас уже каждый день все больше и больше солнышка будет. Последний месяц зимы, февраль. Еще буквально 2 недельки и все. Будет у нас весна.